Приветствую вас. По порядку отвечу на ваши вопросы. Значит, вопрос первый, касающийся женщин. И здесь, на мой взгляд, что-то следующее. Вы, являясь неуверенным в себе мужчиной, являясь мужчиной с некоторыми ограниченными возможностями, значит, инстинктивно тяготеете к тому, что женщины над вами доминируют. Это довольно частое явление среди мужчин, у которых положение, ну, примерно ваше. И, соответственно, для вас олицетворение этой силы, олицетворение вот этого вот влияния женского проявляется именно в автомобиле. Это скрытое ваше желание, как водить автомобиль, и скрытое ваше желание обладать силой, которой вы никогда не обладали, и стремление за счет женщины, которая направляет эту силу на вас, почувствовать эту силу самому и тем самым компенсировать свою слабость. На самом деле, подобного рода фантазии, они не так уж уникальны. Я лично знаю нескольких людей за всю свою жизнь, которые очень увлекались женщинами, водящими машины. И, как мы правильно заметили, это заметно именно благодаря контрастности, но у вас это обретает, естественно, и сексуальную форму. То есть всегда примешалось все. И ваше желание быть женщиной, и ваше стремление ощутить силу, может быть, в связи с этим стабильность, и ваше понимание того, кем вы можете быть в отношениях, уж точно не доминирующим, наверное, партнером, и так далее. Вот такое объяснение. Другое дело, что вам это объяснение даст, если вы не собираетесь работать со своими комплексами, и если вы не желаете от них избавляться. Понимаете, ну вот есть у вас какая-то фантазия. Ее реально воплотить, потому что ничего такого извращенного в ней нет. Ее реально воплотить, если только вы будете к этому стремиться. Работа с комплексами, тем более в вашем возрасте, нужна большая, обстоятельная, продолжительная, последовательная и неторопливая. Думаю, что с этим согласятся многие коллеги мои. Теперь по поводу второго вопроса. Второй вопрос связан с тем, что, возможно, вам нравится спокойствие на погостах. Возможно, вам нравится образ печали на них, который созвучен тем, что есть у вас. Возможно, вы не чувствуете себя другим на этом месте. Возможно, вы чувствуете себя ближе к этим людям и стремитесь к чему-то более высокому, более, или лучше сказать, к чему-то принципиально иному, чем то, что есть сейчас, чем то, что есть жизнь, чем то, что есть привычное общество. Страх, который вы называете перед процессами похоронными, связан с тем, что это все-таки смерть. Смерти вы, возможно, боитесь и не знаете, что там, неизвестно, вас пугает. То есть сам образ печали и образ вечности, как вы ее чувствуете в определенном месте, вам нравится, а вот именно
Яркое проявление смерти, яркое проявление всего этого трагичного вас пугает. Опять же, в силу вашей чувствительности, в силу вашей слабой нервной системы, это не плохое, это просто ваша характеристика. Если у вас есть социофобия, социофобия в тяжелой форме, то возникает вопрос, почему вы не были у психотерапевта, психиатра, чтобы он вам помог с этим справиться. Были ли, лечились ли вы? Это вопрос, который я не могу не задать. И последнее, то, что вы пишете, это по поводу того, что человек стремится, в вдохновение пишете вы маниакального интереса к видам, к вещам или явлениям, вызывающим сильный рациональный страх, это вполне закономерно. Знаете, любое проявление маниакальности, то есть доминирующего мотива, является ненормальным. Это первое. И это не закономерно. Второе. То, о чем вы говорите, то есть стремление к страху, к тому, что вызывает страх, это, по сути, проявление неадаптивного поведения. Это проявление именно постпроизвольного поведения человека, которое позволяет говорить о том, что человек нечто большее, чем просто социальный индивид и просто субъект адаптивного, то есть подстраивающегося поведения. Про неадаптивное поведение, я думаю, вы можете почитать сами, у вас довольно-таки хороший и грамотный текст, и термины вы знаете, определенные, социофобия, невроз, все это вы знаете, наша тема вам, по крайней мере, знакома, и это значит, что вы сможете почитать и про неадаптивное поведение тоже. На этом все. Действительно, с вами нужно обстоятельно разговаривать, и действительно, не один раз, прошу прощения за звуки, это на улице, видимо, перед Новым годом. Вот, действительно, с вами разговаривать нужно много, я бы даже сказал. То, что вы описали, то, что вы спросили, я вам на это ответил. А вообще про поднятые вами вопросы можно действительно очень долго говорить, обсуждать, и даже не только с точки зрения психологии, сколько с точки зрения философии. И ваше стремление к философии, такое немного философское настроение, оно мне, в принципе, тоже понятно, ибо выступает как проявление сублимации. Вот. Весь вопрос в том, что вы хотите с этим делать. Оставили ли вы на себе крест, или готовы попробовать и отношения построить, и семью создать, и отцом стать. Все зависит от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам с наступающими вас праздниками. Если вас заинтересовал мой ответ, или понравился вам, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Всего доброго и удачи!